Ребята, всем привет, меня зовут Юля Пушман, и сегодня мы продолжаем нашу уже трилогию. Третья серия сейчас будет у нас игры Dying Light. Прикиньте, в конце выяснится, что я неправильно произношу. Dying Light. Убивать монстров. Что значит на нашем французском? Сегодня мы будем продолжать мочить зомбарей. Я уже девка-то опытная в этих делах, разбиралась. Уже многое мы с вами прошли и много повидали. Кого только мы уже не мочили. Сейчас мы сразу проверим все настройки. Из чего мы тоже начнем с вами обязательно. Так это с того, что проверим. Не играем ли мы опять онлайн какие-то там? Чтобы к нам никто не подсоединился, потому что не знаю, с какого вообще хрена я не выбирала такое. Параметры. А еще знаете, чего угораю? Что у меня в каждом выпуске светится мой этот самый... Так. Где тут? Ой, я уже забыла, где это было. В сети, его. Локальная сеть, все отлично. У меня же тут везде постоянно горит мой ник. Ну как мой ник? Это вообще, типа, блин, почта моя. Какого хрена она горит, как мой ник? Ладно, продолжаем. Я сейчас так волнуюсь, кошмар. А, давайте сразу звук проверим. Звук, 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 звук. Видео. Или это не тут? Игра. Все отлично. Хотя, знаете, в чем? Мне тогда показалось, что можно сделать чуть погромче, да? И спецэффекты. Надеюсь, я не допускаю ошибку. Мне вот прошлый выпуск показалось, что можно сделать чуть погромче и музыку, и спецэффекты, да и разговоры. Ну ладно, давайте попробуем. Просто нужно устабилизироваться. Продолжаем. На чем мы там остановились? А, нам надо поговорить с каким-то Раисом. Самое время вернуться к Раису и забрать антизин. А еще такая вообще... Я вспомнила, что я в прошлом выпуске долго называла антизин антиразином. Все потому, что я наигралась в Fallout, и там есть всякие, типа, названия такие лечебные. Как же там называлось? Не антиразин. Ну, короче, есть такой... О, тут можно пробел. О, это что такое было? Все. А где я? Я сюда не приходила. Так, у меня каждый раз вначале нужно, чтобы проглючилась клава, потому что она у меня когда перенастроена... Как я тут оказалась? Кто-то играл за меня по сетке? Мы же в другом месте были. Может, оно не сохранилось? Да нет, странно, с чего бы ему не сохраниться? Чё это за локация вообще такая? Я вам клянусь, я не играла без вас. Сейчас еще обидитесь, подумайте, что я без вас играла. Но нет, этого не было. А куда я иду? Как всегда начинается. Вот мне кто-то в комментариях написал, типа, Юль, ты вообще на карту не смотришь, на вот эту маленькую справа сверху. Типа, я хожу не там, где надо. Типа, я не хожу на задание. Да я иду на задание. Я вообще не понимаю, какого хрена так происходит, что я иду на задание, а потом оказывается... Это я на самом деле комментирую сейчас комментарий с первого выпуска, потому что второй-то... Выйдет только завтра у меня. То есть я сейчас снимаю тот, что выйдет послезавтра. А вы еще его не видели. Он какой-то мощный, потому что он прям горел сильно на карте. Небось, ни хрена нет. Че так мало денег у них. Так, здесь мы сейчас включим, кстати, вышку. А, я это пробегала место. Где она? Где она? Она же на меня побежала. А, она сразу сдохла, что ли, от ужаса? Клево. Я обожаю обыскивать все. Мне вообще очень нравятся игры, где карта. О, батарея. Кофе. Не понимаю приколов кофе, что я с ним могу сделать. А еще мне показалось, что в мусоре тоже можно рыться. О, откуда их тут так много стало? Они могут залезать? Нифига, он сразу булаву поменял от испуга. Что это такое? Такого уж не было. Блять, опять ноги ломаю. О боже, Джей. Где наш Джей? Я помню, тогда с первого раза его убила. Ё-моё, Аш. Аш, у меня что, нет лекарства? Что за фигня, как будто ночь. Почему они такие жесткие? Отнимают мне жизни. Вот сюда только попробуйте забраться. Они вообще больные. Шум привлекает опасных мутантов.
Какого черта? Подождите. У меня что, нету аптечки? У меня нет аптечки, а мы сейчас создадим. Создадим аптечка. А! У нас нет аптечки! У нас нет марли! Нахер! Бежим нахер! Активируем и бежим нахер. Я не понимаю. Короче, самое стрёмное это вот именно ночь и когда шум, потому что он привлекает стрёмных мутантов. Куда бежать? У меня есть неиспользованные очки, я понимаю, но мне надо убежать. Идет, сучка. Нужно вылечить оружие. Все? Я думала, она уже умерла, пока дошла. Мертва? Идет кто? О, да ладно, нахрен вас. Ага, все, он нас почему-то... Мы же в тот раз добежали до него, я же на этом и закончила. Так, опять проблема, как к ним зайти? Сука, с другой стороны, что ли? Ворота открываются? Можно? Еще не забраться. Видите, какие они сделали перегородки высокие? Еще и не заберешься? Ну ничего. Вот так. Нет, не так. Давай. Что-то они жесткие вообще. Все, мы в безопасной зоне, можно спокойно гулять. Так, нам надо получить плату у Раиса. Вот сюда нам. Мне показалось, что мы в тот раз дошли. Я не совсем понимаю, почему мы не дошли в итоге. Все, закончилось. Самое время вернуться к Раису и забрать антизин. А, мне еще в комменты написали, чтобы я не читала. Типа, отвлекает. Ок. Напишите в комментариях, как лучше, когда я пытаюсь читать, что тут написано, или вообще лучше не читать, сами будете читать. Ну и то, что я не всегда успеваю прочитать. Look, we really need the drugs. Let me have them now, and then I'll come back and do whatever. You'll get antazine when I say you get it, not one second before. But as I have established, I am not unreasonable. Do all that I ask of you, and I will give you not one, but two. Ну, понятно, мы на него работаем. All right, fine. What do you want me to do? This will be different from your exploits on the antennas. It will require a bit more persuasion. The imposing of one's will, the creation of one's own rules, that is what makes a man. Do you live by your own rules, Crane? Or are you merely someone else's puppet? Puppet. I believe I know the answer. Talk to Karim before I decide you are no longer worth the trouble. С кем-то поговорить надо? Как они заколебали меня с кем-то говорить? А, мне надо добраться до поселений. Могу я у тебя что-то купить? А еще где-то появились новые товары в магазинах у кладовщиков. Сейчас мы туда и пойдем. Я очень хочу узнать, какие есть товары, и мне нужна марля. Лопата меня не интересует. Нож, крюк. А что это за цена? Блин, почему у него всегда все так дорого, я не понимаю. Вот эти сюрикены мне очень нравятся. Есть ли сюрикены? Почему у него ничего полезного нет? Изолента, жестянка, кабель. И что все так дорого? Зато у меня есть два мешочка за 300 баксов. О, электроника, у нас ее же сохранилась. Да что это такое? Ее же не было в прошлый раз у нас. Сигарета, что из них можно сделать? Как будто бы ничего, да? А что мы их носим? И кофе. Что можно сделать из кофе? Может, съесть? Ни черта не понимаю. Гвозди. Алкоголь мне нужен, чтобы создавать аптечки. Я люблю продавать вот это. Вот всякое барахло. Урон. О, 204. Клёво. Вот это офигенная вещь. Почему я так мало?
Мне бы такой штуки купить. Помните, мы в прошлой серии завалили чела этой фигней? Вот это продадим. Это починим. 39, 42. Блин, а чё молот такой дорогой? А, так он мне и нужен. Вот это продадим. Нож ржавый. Ну, в принципе, тоже неплохо. Ну, хотя не знаю, опять же, зачем мне столько орудий, да? Мне можно носить, по сути, молот, потому что его, по сути, потом просто починить, и все ок, да? Сложный выбор. Ну, ладно, не буду выкидывать. Так, это что? Срок службы холодного оружия, первый уровень. А, это важная вещь. Это мне как раз, наверное, для того, чтобы улучшать... Клинок. Я могу улучшать свое оружие. Видите, мы постепенно все узнаем. Короче, я не знаю, что я могу еще. Продать все ценности. В смысле, вообще все. Это получится все. Не буду я продавать все свои ценности. Я что, зря их что ли собираю, все свои ценности? Что за бред? Что за предложение такое? Они что, меня за дуру держат? Так, интересно. Сейчас вообще ночь. К нему нам надо. А, мой друг. Райс любит тебя, я могу сказать. Да, как? Потому что ты все еще среди живых. Задача в руках так же легко, как может быть. Ты просто должен сделать несколько пикапов из ближайших поселений. Какие? The first is Jafar's wheel station. It's just east of here. But bear in mind, not everyone you talk to today will be in a cooperative state of mind. I'm sure you can be convincing, though, no? Если бы здесь можно было прокачивать навык убеждения, например, как в Fallout, моей любимой игре. Fallout — это моя любимая игра. Я ее проходила просто на всех приставках, на всех компах, на всевозможных. На компе тоже. Надеюсь, я сюда вышла, я что-то, блин, увидела дверь, иду к ней. I'm surprised that Rise went back on his word. But the GRE won't let me just walk away. Plus, if there's any chance that we can get that Antizin, I have to try. So this time he wants me to gather protection money from the... Надеюсь, вы успели прочитать. Так, мне нужно прокачать свои очки. Свое очко. О. Так. О, 4 речейки для оружия. Ну, это мне неинтересно. Вот это хорошая вещь. Хочу купить этот навык. Хочу купить этот навык. Научиться лучше собирать предметы, создавать больше предметов из тех же материалов. Так, ну создавать сюрикены с тремя дополнительными эффектами. Я хочу уметь создавать сюрикены. А я, кстати, может, их уже умею создавать, кстати. Что-то я об этом не подумала. Чертежи, шокер. Мне для шокера нужен силовой кабель. Вообще, на самом деле, прикольнее всего именно создавать, мне кажется. А, ну и понятно. О, у меня все-таки будет здесь оружие нормальное, ура. Так, аптечку. Ну, мы знаем, мне марли не хватает. О, отмычки. Давайте создадим отмычки. Что у нас там тратится? Металлические детали. Коктейль молотого, клёво. Сюрикены, это же мое любимое. Клинок, бечевка. Сюрикены — это огонь. Что они действительно мне заменяют, по сути, пистолет, которого у меня нет, чтобы я могла издалека в них стрелять, и для стрёмных противников они нам очень пригодятся. Короче, скажу честно, если бы я не играла на Let's Play, не записывала, я бы тут ходила, наверное, очень долго, именно все собирала, потому что я человек такой собирательный, я люблю собирать. Еще отмычки делаем. Не, слушайте, мне нравится то, что я, в принципе, из этого хлама ссаного, который мне не нужен, могу что-то полезное собрать. О, груз. Нам бы, наверное, его забрать. Но это как дополнительные задания. Ну, сейчас мне понятно, надо связаться. Блин, а большая тут карта-то? Да? Вон мы еще сколько, где не были.
точка назначения, это куда мы сейчас пойдем, походу. Интересно, интересная игра. Так. Надо понять, я выхожу за пределы этого логова. А, да блин, я не докачалась, черт возьми. Ловкость. Так. С ног сбивать в прыжке, это классно. О, бросать врагов, клево. Скользите во время бега, вы сможете проскользить в дыры, в стенах и другие низкие проходы. Для скольжения нужно целое время бега. Ну, не то, что удобно прям, но это всегда можно поменять. Так, перепрыгивайте врагов для звона. Я хочу перепрыгивать врагов, и я хочу в прыжке их мочить. Надеюсь, вы со мной солидарны в этом вопросе. Так, удар ногой оглушит врага с вероятностью 10%. Проще убить, это хорошо. Так. Удар трех врагов. У меня не так уж много такого прям оружия-то. Крепче удерживать, это хорошо. Я не могу много бросать оружие, я понимаю, что, но я правда не могу. Давайте пока вот это качать. Это нам полезнее будет. Так, ну в этом плане все. В этом плане мы разобрались. Это важно на самом деле прокачиваться. Я люблю часто в играх, ну типа забывать об этом, потому что а на самом деле реально важно. Так. Вы, кстати, заметили, они какие-то более борзые, что ли, стали? И глупенькие какие-то. Фу, вот этот вонючка. Я просто замечаю, что с каждым дополнительным игровым часом моим здесь... Давайте попробуем пробежать. О! Видали, как я его перепрыгнула? О, на! Мне надо было потестить, конечно. О! Все-таки напали на меня. Ха-ха, я вам ловушку активировала. Что-то с ними будет? Что-то им пофигу. Мне вообще туда. Так, булава, не меняйся. Уберись. Да уберись. Все это нам нужно, все это нам важно. Так, поменяйся. Уже надоело. Блин, еще выше, я сюда смогу. А, вот, отлично. Связываемся со своими главными крысами. This one's pretty dirty. He's forcing me to collect the money he's extorting from a nearby village. Just do what he asks and stay close to him. Remember what's at stake. Yeah, Crane out. Вот такие дела. Ну, по сути, вот эти ВГМ, или как их там, я уже забыла. Слышите, какие звуки страшные они дают? Так, моя любимая кнопка Q. Постоянно про нее забываю. О, отмычка. Я вам говорю, я даже вот не знаю, может быть, я часочек поиграю без записи экрана, просто чтобы походить, пособирать все. Потому что я люблю, когда у меня много всего. Этих сурикендов нахерачим, чтобы у нас их было просто тысячи миллиардов. Что там? Какое-то синее. Ой, что-то я расслабилась, стою, забыла совсем, что я в мире, где зомби. Я хочу в эту... Бляха. Они точно идут сюда. Но вдруг я успею что-то здесь посмотреть. Тут точно что-то есть. Сука. Хочет зайти. Зашел. Зашел. Да что ж ты никак не сдохнешь? Мне починить оружие уже надо.
Так, кому, никому не заходить. Я не досмотрела свои дела. Блять. Сука, дайте досмотрю, я уйду. Пусто, еще и пусто. Еб твою дивизию! Сурикен, где мой сурикен? Бляха, муха. Так, булава, тяжелая артиллерия. Артиллерия. Пошла ты, у меня выносливость закончилась. Сучка, на ножкой, ножкой, как ее? Да пошла ты. Так, встань, не волнуйся. Ё-моё! Это чё за оружие у тебя? Так, кто здесь мёртв? Мне нужно вас всех обыскать. Вы у меня... Да ё-моё, у меня оружие-то нихера! Твою дивизию не оружие, а жизни! Жизни! Ё-моё, это Марли, где она? Мне нужна Марли срочно, у меня нету аптечки, у меня есть только алкоголь. Подождите, кофе. На кой черт мне кофе? Я могу кофем подлечиться? Ну неужели я не могу? На кой черт мне тогда кофе? Что мне с ним сделать? Что за коллекция? Чертежи. Давайте поймем, для чего мне кофе? Вот мне только аптечки надо. У меня нет марли. Вдруг у них есть аптечка? Или марли? Пожалуйста. У них ни черта нет. У вас мало здоровья, ищите продукты питания. Да, мне нужны продукты питания. Ну где их взять? Ну они мне реально нужны. Я думаю, какая-нибудь шоколадка, что-нибудь такое уже будет супер. Можно ли обыскивать машины? О, можно обыскивать багажник. О, слых. Если бы я знала, да? Что такое можно? Аптечка, блин, офигеть. Давайте теперь все машины будем обыскивать. Я не знала, не знала. Ой, да там сколько всего. Да вы чё, да вы чё? Круто, круто. Хорошо, что я любопытыш. Ой, блин. У меня охота здесь... Так, я опять забыла, как менять. Мне 6. Нет. 7. Да, сюрикаты, сюрикаты. Уйди! Так, 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 так. Сурикаты! Сурикаты! Да блин, да чего вы меня в угол загнали? Сука, все сурикаты на тебя сейчас потрачу. Где моя булава? Булава, говорю! Груз отобрали. Да пофиг мне на этот груз. А с этим что? Он сдох? А этот... В прошлый раз этот взорвался. Так, все берем. Мне только бесит, что он так долго подбирает, но зато как в реале. О, мешочек с драгоценностями, это улет. Так, Q. Пластик. Зачем мне нужен пластик? Да ну. Блях, ух, ладно, просто я расстраиваюсь, когда там всякая фигня. Да бляха. Ну почему так сложно? Что я делаю не так? Я же умею. Это уже дело принципа становится. Прикиньте, ничего. Кофе сраный, который я даже не знаю... Не, не буду. Я даже не знаю, как этот кофе использовать. О! Клёво. Я почему зашла? Потому что реально у меня ни аптечки, ни здоровья, ничего. Мне уже надо что-то подсобрать. Электроника. Да сколько у меня электроники? Я скоро смогу электрошокер делать. Только он наверняка будет какой-нибудь кончаемый. Чтобы мне набирать запасы. Припасы или как его там. Чем мочить-то? Придется постоянно искать эту электронику. Фрукты. О, детали. Не-не, вообще клево. Я обычно не люблю в играх что-то... Что-то, как это называется-то правильно... Минерить.
создавать. Ну, типа, строить, что-то улучшать, вот эти оружия, вот это все, я так себе. Так, я что, на безопасной зоне? Понятно, я снизу должна дойти. Ой, господи, я испугалась. My name isn't important. What's important is that Rice sent me, and that you owe him some money. I've never seen you before. For all I know, you're just some random asshole. Fuck off. I'll tell you what. How about I break both your legs and drag you through the streets back to Rice's place, huh? And then he can explain to you that you should have cooperated. Okay, okay. Jesus. You are one of Rice's thugs. You guys are the only ones who'd act this shitty. Here, here's your money. Take it. And if I have to come back here... You won't get any more attitude. Mi casa, su casa. Su casa. Don't hurt me, all right? Понятно, короче, нам нужно со всеми с ними пообщаться. Зачекиниться. Все здесь собираем. Что это здесь такое? Не здесь, что ли? Ничего собрать даже с них. Клево, ну, точнее не клево, а странно и интересно, то, что у них все деньги в каких-то мешках, да? Необычненько. Ну, это безопасная зона, неинтересно. So I just threatened to break an old man's legs. And it worked, didn't it? Next you collect the tribute from the fisherman's village. Head east, to the tunnel entrance. Their messenger always meets us there. Неужели тут ни черта вообще нет? Ой, не могу сюда запрыгнуть. Сюда могу. О, господи, они какие-то стали более активными. Не знаю, заметили вы это или нет. Но я заметил, что раньше они вообще как говно медленно ходили. Плыли, скажем так, по течению. А сейчас они прям ускорение врубают. Ой, сколько тут машин, слухайте. И не все можно обыскать. Listen, mate, time's getting short. We're almost out of antizin. Much as I hate to admit it, I'm getting worried. I'm doing the best I can out here, Brecken. I know, I know. I understand. I just want you to be aware of the stakes. I'm infected too, remember? Believe me, I'm motivated. All right, all right. Here's hoping you can make it back to the tower soon. Я так беззвучно испугалась. Не, ну я подозревала, что они сейчас могут подбежать. О, в полицейской очень интересно. Блин, ну тут слишком их много, ладно. Оно того не стоит. Хотя, не знаю, вряд ли там прям целый груз ценных вещей лежит. Что-то я такого пока не видела. Иногда сидишь, ломаешь все отмычки подряд, а оказывается, там ни черта-то и нет. Так, меня бесит, что он устает. И они бегут еще. Можно переждать, залезть на какую-то крышу. Что-то мы забыли про паркур. Мы же можем и дома обыскивать. Где, конечно же, намного. Надеюсь, тут сейчас это все не взорвется нафиг. Припасы, халва. Сколько нам халва добавить сейчас? Ага. О, нифига, 10. 10 здоровья. Прикольно. Блин, вы не видите, у меня слева здоровье. Сейчас 87. Давно я не испытывала такого кайфа. Давно я так не пугалась. Со времен Уика. Да пошли вы нахер. Так, где? Да ты че, гонишь? А, ну ладно. Это не открывается? О, выламывается зато. Слышите, они вообще оборзевшие стали. Они заходят в дом. Они заходят в дома. Ну сюда они точно не зайдут. Им надо запрыгнуть. А, блин, не хочу. Что такое? Они меня заставляют чувствовать себя просто лохом. Мне надо прокачивать навыки этого. Он так орал, как будто он прям здесь. Это я не возьму говно. И это говно я не возьму. Доску с гвоздями, еще что. Так, там точно кто-то есть. Нет. Клево, да? Как же клево, мне так нравятся все вот эти детальки. Я обычно не люблю это сильно долго в играх. Хотя в таких играх мне нравится, где открытый мир. Это реально интересно, что они сюда наложили. Ну, типа, знаете, стараются прям сделать, чтобы как в реале было. Это я знаю. Так, где у меня ножка? Ножкой бить.
Так, один минус. О, на одного я упала. Оружие сломано, сменить его. А, ну совсем сломано. Типа я его даже починить не могу. А тап это чё? Тап это чё? Я забыла. Блин, типа я его не смогу починить? Всё? Что значит ремонт и ноль? Типа сколько я могу его ремонтировать? Напишите в комментах, это я не знаю. И чё мне теперь с чем ходить? Чё за лажа такая вообще? Значит, мне нужно было ту палку с гвоздями взять. Раз такое же... Да надоело, да чё они все взламывают? Они издеваются надо мной. Так, давайте, знаете, что сделаем? Мы, конечно, взяли аптечку. Так, где она? Где моя аптечка? А, ну чё она так неудобно крутится? Сука. Аптечка у нас одна, отмычки, бабки, марля одна. Мне стопудово нужна аптечка, ничего не знаю. Пусть будет, потому что тут как бы раз на раз не приходится. Крошитель, гвозди, клинок. Я ничего из этого не могу сделать, потому что мне для того, чтобы создать какое-то классное оружие, мне нужно, чтобы в основном оружии тоже были, кстати, вот эти сраные доски. Доски с гвоздями. А что это за крошитель? Блин, а можешь взять мне эти доски? Простая доска, блин, ну пошли, может, соберем реально, а чё? Главное вспомнить, они тут вообще были или где-то в другом месте. Я просто, ну, думаю, нахера мне эти доски, но если мы из них что-то можем создать интересное в итоге. О, я уже могу создать новый продукт, видал? Чё я могу сделать? Крошитель. А можно увидеть вообще, какой урон он будет наносить? Типа все вот эти его какие-то индикаторы. Крошитель. Инвентарь. Крошитель. О, ну клёво, чё? Клёво, значит, будем все вообще вокруг собирать. Видите, а вы думали, что я совсем, что ли, что это самое неразборчивое? О! Магаз. Чё бы нам у него купить, да? Казалось бы, а у него, как всегда, ни черта. Понимаете? Меня это просто поражает. Меня это удивляет больше всего. Хоть бы аптечки, хоть что-нибудь бы продавали. Так, мне надо идти... Да вот сюда куда-то. Встретить курьера. Это мне на самый верх. Да. Уже куда-то ниже мне. О-о-о, что это за зеленая штучка? Это мой чел? Просто по звукам ни хера не мой. Да, это не мой чел. Сука. О, бля! Капец, она чё, вообще больная? Сурикат ебучий! Сдохла? Это чё такое? Она какая-то вообще отбитая совсем. Да ну где? Я же стою, где надо. Где этот курьер? Почему он мне говорит... Он, видите, он мне говорит, стрелка вниз. Вниз? Куда? Как можно еще ниже? Если мне надо наверх. Дальше. Значит, мне не вниз. Но когда я стою здесь, он мне говорит вниз. А, у входа в туннель. Ё-моё, а где вход в туннель? Где-то тут? А, это значит, мне надо, может, там в какую-то яму провалиться? Вход в туннель. Где-то тут, наверное, нет? Тут нет никакого входа в туннель. Но он должен быть где-то здесь. По идее. Или ниже.
Я, если честно, не понимаю, потому что я не вижу входа в туннель. Это не вход, засыпанный песком? Он вообще как будто далеко. Да что это за загадки такие? Как так можно? Так. Ну, согласитесь, это издевательство. Вход в туннель. Вот это, наверное, какой-то туннель. Но я же тут, где и надо. Вход в туннель. Где он? Где он? Кто он, этот вход? Так, кто-то тут ходит, бродит. Разве не тут? Так, это что, ночь? Мне показалось, что ночь наступает. Что-то подлагивает маленько. Ой, мне кажется, я здесь как-то была. Убегала от урода в прошлой серии. Хотя, может, это не здесь. Так, я не знаю, что делать. Я попробую просто обойти эту гору. Возможно, это глупо, но я не могу там найти то, что надо. Да я думаю, обходить странно. Так, как будто темнеть начинает. Да, мне кажется, где-то здесь я дралась с тем чужаком. Вы находитесь рядом с неактивной безопасной зоной. Пытайтесь занять ее. О, так, сюрикены, наши любимые. Мы точно знаем, что он убивается. И еще у нас будет новая булава. Так, готов. Давайте посмотрим, кто тут еще придет. Че, двоих сразу снял? Ну, правильно, правильно. Что-то я зря палку-то эту обычную взяла. Но мне не жалко хотя бы эту палку. Мне нужен отдых. Буквально двухминутный. Он чё, не попал? Фу, этот какой-то облёванный. Сука, не дает мне его побить. Давай, давай, иди сюда. Да ты чё гонишь? Фу, заблевало меня всего. Так, теперь разбираемся с нашей добычей. А где наш главный жердяй? Это что, был он? Это не мог быть он. У него должны быть хоть какие-то интересности, хоть булава. Подождите, подождите. Это он? Я что, зря столько сюрикенов потратила? Сюрикатов? Да не, не зря. Я должна здесь как-то эту зону забить. Вроде как за собой. Ничего не открывается. Ну, когда ж эта зона станет моей? Или чё? А, типа мне наверх надо вышку какую-то активировать. Блин, ну опять лезть куда-то, не хочу. Но он мне как бы говорит, что раз ты здесь, сделай это. Знаете, что я точно сделаю? Похаваю аптечку. О, у меня, кстати, жизнь пополнилась. Было же типа 100 и 100. А теперь у меня 125 максимально.
Включите электричество. Я это и хочу сделать, чтобы, типа, ну, все кайфовали. Благодаря мне. Присядь и пройди. Тут, кстати, нас не заставляют напрягать очко. Нам тут дают возможность. И что это? И почему это я не могу его взять? Вообще, ну, как-то неправильно это. А, оружие сломано. Сменить его с помощью таб. Да что за таб? Блин, ну где это таб? Я реально не помню, что такое таб. Что у меня там сломано? Доска? Да мне она вообще нафиг не нужна. Где ее бросить? О, разобрать. Отлично. Идеально. Так, ржавчина, на-на-на, молот. Блин, до сих пор в шоке. Так, на Z разбирать. Ну а что нам еще, если оно не чинится? А вдруг чинится? Улучшить. Так. Но оно будет работать-то? Короче, ладно, хер с ним разбираем. Слишком много времени мы на это тратим. О, клево. Так, фонарь нафиг. Ой, вы только поглядите. Мне охота по всему мосту. А, я не пройду, видали? Там он типа разломан. А туда я могу? Мне просто интересно отсюда исследовать карту. То есть я могу, по сути, вон там пройти. Обойти все. А там что за дома такие интересные? Там как будто Лондон. Вот это вот вообще стадион какой-то, гляньте. Офигенно, просто офигенно. Так. Как всегда, нам выше надо. И я уже вижу, как мы пойдем. Ну, опять паркур, опять расслабляем спины свои. Лезть опять высоко. Да, это типа не основное задание, я знаю. Но мне нужно это сделать. Вот как я сделаю. Полезу я дальше. Или не, нихера, я сначала посмотрю, куда мне. Не-не-не-не, вот это вот то, что там. Насколько мне еще дальше лезть? Сука. Хуже всего то, что я не понимаю, как слезать. Да наверняка по этому тросу. Стопудово, просто я по нему не могу залезть наверх. Мне еще в прошлой серии было интересно, все-таки надо было потестить. Наверное, этот трос-то. Вдруг реально я могу по нему спуститься. Ну просто я не рискнула, потому что я боюсь. Мне не предлагали такое, пока мы учились, обучение проходили. Не было у меня выбора, типа, с тросом с этим слететь откуда-то. Поэтому я волнуюсь. Так. Так, ну что, ну что, мы должны уже быть где-то рядом. Вот, отлично. Безопасная зона разблокирована. Плюс 1000. Видите, видите, а вы говорите, вы говорите. И мы туда еще пойдем сейчас. Там наверняка ништяки какие-то классные. Хотя я что-то не вижу там ничего. Что-то там пустота какая-то. Зачем-то я туда тогда пойду. Он не, вообще отважный. А, нет, там все-таки что-то есть. О, так, ну, а если сидя? А, я встала, бляха-муха, надо взять. О! Так, ну все, теперь прыгаем на этот трос и летим вниз. Согласны? Я не знаю как. Я прыгну и попробую нажать пробел.
О, теперь можно тайник открыть. А, да это мой тайник, ничего интересного. Отлично, товарищи мои, я вас поздравляю. Мы с вами стали немножко гениальнее и сломали опять эти ноги. В рот мне ноги, вниз. Почему это выход из... А, это... Почему выход из безопасной зоны? А как-то здесь, наверное, было бы неплохо, чтобы починили. Вот, кстати, на эти мешки надо прыгать, чтобы ноги не ломать. Ну, а если самый... Блин, а я же могла по этому тросу и туда слезть. Но мне туда как бы не надо, но прикольно просто полетать попробовать. Согласитесь? Тут что, карты нет, где я хожу? А, я так и не могу найти. А может, этот туннель мне нужен? Ну, а что еще? Там какой-то черт жесткий. Да, наш любимый. Фу. Вот сука. Блять, он уворачивается. Все, все, у меня только... А, хотя... Давай, бери уже дубину с гвоздями. Я думаю, что мне надо было сюда. Ну, я надеюсь, по крайней мере, хотя тут все как-то заминировано странно. Сейчас еще не выбегу отсюда. Ну, перепрыгнуть смогу, я думаю. Там какая-то дверь. Сейчас я их обману. О, она не открывается. Я уже на нервах с разворота сразу начинаю. Блин, у меня один сурикен остался. Надо сделать будет. Пока никого нет, и можно будет, знаете, что сделать? В машинах полазить. И в багажнике посмотреть, что-то есть тут в полицейском. Наверняка что-то клевое. Блин, еще и взламывают. Но мне интересно, что там. Кстати, я думаю, взламывать на плойке было бы легче, потому что ты управляешь как бы джойстиком и можешь контролировать сильное нажатие или нет. А здесь чисто одна кнопка. Крутишь или нет? Ух ты, наручники! Почему же здесь дверь не открылась? Ладно, можем ли мы через вот это проскочить? Все-таки не можем. Облом. О. Косметика? Что нам даст косметика? Не можем обыскать. Тогда бежим нахер. Так, сломанные багажники точно не открываются. О, да блядь, что они бегают-то за мной? Я не поняла просто, в какой момент они стали такие мудрые. Это что, молочко? Химикаты? Изолента? Так, ну-ка отвалите от меня нахер. Я уже поняла, что здесь мне ловить нечего. Я неправильно пришла. Почему эти двери закрыты? Отвалить от меня. Ой. Зато мы исследуем карту. Это, кстати, тоже неплохо. Но и не нужно. Возьмем ядовитый лишайник. Круто, что он, конечно, такой пригучий. Угу. Как-то здесь слишком странно. Кто-то тут прятался, но это не считается, типа, безопасной зоной. Да блин, ну это что такое? Издевка. Всегда надеюсь, когда открываются эти ящики, что там будет что-то полезное. Ну, полезно, в принципе. Кто-нибудь напишите в комментариях, что делать с кофе. На кой черт мне кофе? Ох.
Иногда у меня бывают такие моменты в играх, когда я уже не знаю реально, куда идти, я просто, блядь, я уже тут была, я просто уже все на нервах. Встрети курьера у входа в туннель. Ё-моё! Какой туннель? Иногда я скажу честно, я смотрю прохождение. Подождите, в этом, у этого туннеля я не была. Или тут я и была? Просто он мне показывает не то совсем. Ну это как-то нечестно. Ну что такое? Почему он мне показывает здесь? Ну здесь же нет никакого входа в туннель. Там еще и враги какие-то конченые. Ну где? Я вот это такое не люблю в играх. Конечно, я не могу во всем идеально разбираться, но вот я же вот стою на входе в туннель. Да, мне надо ниже, но ниже я не могу, там камни. Тогда где этот туннель? Где вход тогда в этот туннель? Теперь он мне говорит выше. То есть получается, туннель прямо передо мной сейчас. Теперь ниже. Так, ну нафиг, я сейчас посмотрю в интернете. Или я не знаю, где, в какой-нибудь карте. Кто-нибудь хоть сказал, где этот туннель. Нет, не надо мне открывать игру для других. Глупость мне всякую предлагаешь. Глупая игра. Ладно, не глупая, игра хорошая. Мне просто не нрав. Вход в туннель, вот. Так, ладно. Договор с Раисом. Встретить курьера. Угу. Я сейчас посмотрю, как встретить курьера. И к вам вернусь. Так, ну что ж. Оказалось, что... Да, действительно, хрен сыщешь еще такую тему. Но я посмотрела видосик. Оказалось, что нам надо вот сюда. Да ё-моё. Оказалось, что нам надо вот сюда. И вот кто бы догадался, да? Учитывая, что я пробовала. Закрой нахер. Пробовала в какие-то двери зайти, и у меня не получалось, и не получалось. Так, давайте сменим. Или у меня хорошее оружие? Вот это, конечно, мощное. О, ну вот это, которое мы сделали. Так, тут явно будет какая-то жопа. Потому что, в принципе, уже стрёмно. Хотя нам тут просто курьера надо встретить, но тут наверняка будет какое-то чертило. Из любой дыры может выскочить в любой момент. Ну все аккуратненько смотрим, все аккуратненько соберем. Ой, когда я не знаю, куда идти, я просто смотрю. У меня такое и с другими играми, кстати, бывает. Ну а что поделать, я не могу сразу догадаться, я не хочу тратить часы своей прекрасной, изумительной вас жизни, чтобы найти взлом нормально. Ну попробуем. Не хочу тратить огромное количество своего времени на то, чтобы найти какую-то убогую дверь. Если я могу глянуть уже то, что люди нашли. Я так из Borderlands делала, из Fallout там делала. Ну давай, поднажми. А у меня очень мало моих штук. Это, кстати, не я делаю, это он. I just saw something I've never seen before. This huge bloated infected just fucking exploded. Yeah, we call them bombers. Some of our guys use them to kill other infected. Shoot them, and they take out everything in a 3-meter radius. You kidding me? Keep your distance and you'll be fine. But what about the courier? Was he there? No, I didn't see anybody, just fucking zombies. Alright. You'll have to go to the village directly, I suppose. Наконец-то они закончили свой неинтересный мне разговор. Мне нужно сделать сюрикены. О, нифига, для некоторых марли нужна. Сюрикены, сколько у меня? Блин, одну могу сделать? Хоть одну. У меня теперь их 6. Я продолжу интересоваться, что там.
потому что здесь... Да, блин, не, трудно, я взламывать не буду. Не хочу просто тратить отмычки, потому что, как правило, там ничего супер такого вау нету. Так, там какой-то дальше проход. И мне как бы вообще не сюда. Так, ну это просто поворот. Ну я здесь хочу осмотреться, конечно же, раз уж я сюда забрела, потому что я надеюсь, что мне сюда больше не придется идти. Ага. Понятно, мы просто это обошли. Обошли и вышли оттуда, куда я пыталась зайти тогда, но дверь не открывалась с этой стороны, поняли? То есть я не совсем как бы и тугая, то есть я в каком-то смысле все-таки... Вот у меня постоянно груз отбирают, я знаю, что мне надо что-то с этим грузом делать, его скорее забрать. Ну, возможно, у меня какие-то ачивки классные не добавятся, но надеюсь, что я какие-то главные миссии из-за этого не просираю. Но я думаю, что не просираю, потому что, видите, я иду как бы по карте. Мне куда-то капец как далеко. А. Да, мне туда. А как карту открыть быстро? Можно узнать? Мне через воду проплыть? Или нет? А, вот сюда. Мне просто спуститься. Да? Вон, туда мне. Так, тут можно ногу сломать. Поэтому будем скользить аккуратно. Ну, клёвый этот монстр, но... Я, конечно, испугалась в том плане, что мне сейчас придется с ним драться, а мне и не пришлось, и я даже немножко расстроилась. Ой, да тут слишком много врагов. Черт! Да почему? Так, и фонарь надо выключить. Зачем мне фонарь-то? Да блин, на эти косые крыши не залезает. О, стрёмный какой-то. О, больной, он точно сюда залезет. О, я ж говорил! Так. План отхода. А чё за звук? Это этот жирный взорвался? О боже мой, да ну вас нахер! А что с ними не так? Объясните мне, пожалуйста. И кто это горит? Закройте ворота, уничтожьте мутантов. Ё-моё, как уничтожить мутантов? Как закрыть ворота? Сколько вопросов! И ни одного ответа. Ну, пошли вы нафиг. Нет, вообще, как мне их уничтожить? Нет, давайте сначала закроем ворота. Подождите, по порядку, подождите. Закрываются ли эти ворота? Так, они меня сейчас просто домочат. Блять, он это жуткий кошмар! Пипец! Так. Вот как закрыть ворота. Все, вижу. На эту. Давай, закрывай! Сука! Хавай бинты свои. Просто конченые. Ну, закрыл уже, нет. Надо закрыть ворота, пока сюда не пробралось еще больше этой пагани. Все, отлично. Теперь нам надо просто замочить этих упырей. Джи, сюрикены. Сука, сейчас все сюрикены на них потрачу. Где еще один? Так, надо бошки отрубать. Отлично. Сюрикены все просрали. Ну, сейчас посмотрим, может, что-то соберем, и у нас появятся сюрикены. Люблю играть, когда у меня много всяких боеприпасов и всего подряд. Так, не забудьте написать в комментариях, на кой черт мне нужны сигареты. Хотя, может быть, в следующем выпуске
я уже разберусь, и вы об этом будете даже не знать, будете писать в комментарии: Юль, сигареты нужны ни для чего, это просто бесполезное барахло. Так, найдите главного в поселке. Ага, теперь мне нужно в каждую дверь заходить. Это неплохо. Это неплохо, потому что в каждой двери мы будем находить что-то. I'm here on Rice's behalf. I'm supposed to pick something up. Oh my god, that's one of Rice's men. What do I do? Just tell him to go away. Do it nice and maybe he'll leave us alone. Better yet, send him to Gersel. He'll know what to do. Please, we don't know anything. Go, talk to Gersel. He lives above the store. Понятно, не этот дом. Я просто уже подумала, что мы сразу же сходу зашли в нужный дом, но оказалось, что нет. Ну, я поняла, что нам надо в другое место. Надо ну понятно, я просто надеялась, что я смогу зайти. Все, я уйду, тихо. Так, надо магазин. Да все, пофиг. Над магазином. Где у нас магазин? Я видела магазин. А это не магазин? Воркшоп. Это магазин. А он живет над магазином. Ну, тут может быть много магазинов. Ладно, давайте во все постучим. I'm looking for someone in charge here. Rice sent me. Понятно. Зато мы точно сейчас... А, над магазином, ё-моё, там же прям стрелка наверх, типа, что-то есть наверху. Чтобы мы долго не искали. Угу, спасибо, я уже сам разобрался. Клёво. Ух ты, записки. Так, я вам сейчас покажу один. Если что, поставьте на паузу, прочитайте. Все. Я не люблю такое читать. Мне лень. Хотя я знаю, что это важно и нужно, но... Где-то читаю, где-то интересно, где-то не читаю, где-то неинтересно. Не судите строго. Вы можете сами прочитать всякую ненужную информацию, голову себе забиваете только. Стучи! Hey, anybody in there? Shh, not so loud. Look, brought the monsters. Look, I got rid of them, but you better reinforce that gate before more show up. You got rid of them? All of them? Rice sent me. You Gersel? Oh, you were for Rice. I should have known this was too good to be true. You've taken enough. You can't have any more freaking telling. Ayla, please. Just let me talk to the man. You can't just push us around like this. Furkin gonna kick your ass. Do it, Furkin. Kick his ass. For God's sake. Look, I don't want any trouble. But we already paid this month. You're gonna bleed us dry. That is entirely not my problem. Rise wants his payment. So you make the payment, or things get bad for you. And your woman. You can't threaten us. Kick his ass, Furkin. Give me a break, Ayla. All right, fine. Here. This is all of it. Ugh. A real man would have kicked his ass. Yeah, I'll leave you to it. Sounds like you have bigger problems than money. Да уж. Okay, Kareem, I got Gersel's money. I fucking hate myself now, but I got the money. The self-hatred fades eventually. Just one pickup to go. At the ferry station on the old pier. There's a ferry? Well, there was until the Navy sent it to the bottom of the bay. Hey. Dozens of people were stranded there, waiting for another one that never came. Are there any boats left? Yes, but any boat that tries to leave the bay gets blown right out of the water. Так, опять нам куда-то далеко или нет, надеюсь. Но, конечно, клёво, что мы закрыли дверь. Вообще, мы сейчас уже должны с вами по-хорошему заканчивать, потому что уже я играю час, это однозначно. Как минимум, я ставила себе даже будильник, что уже просто поздно. Я могу плыть. Мне нужно проплыть. Здесь под водой нет тварей. Надеюсь, это было хорошей идеей. Так. Надо дособирать дань.
Или уже в следующей серии будем продолжать собирать дань? Если честно, я уже не знаю, что с этой данью делать. Это что такое? Серым горит. Не-н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 е. Пофиг. Забейте. Я плыву себе дальше. А, выживший погиб? Ну, меня это как колышет. Меня кто-то просил ему помогать. Серым горит. Вон там, походу, тоже выживший, да? Вот почему серым горит? Давайте проверим. Почему бы нам и не проверить? Серый, это кто? А, понятно, все. Все, понял, я проверил. В идеале у меня просто как-то, блин, серии неправильно распределились. Мне нужно их распределять так, чтобы в одной серии я выполняла одно полноценное игровое задание. Но так не выходит, потому что я трачу больше времени на одно полноценное задание, пока все соберу. Don't shoot the messenger. I'm just trying to get by like everybody else. Yeah? So are we. Rye said he'd protect us if we paid him. But so far, all he's done is take our money. There's no protection, just threats. You any different? Look, all we need to get this over with. What's it gonna take, huh? Don't need to point out how easy it would be to set this entire place on fire. Jesus Christ. You people are fucking monsters. All my money's in that satchel. Take it and get the fuck out. If for what it's worth, this isn't something I want to do. I'd rather be helping you guys. And yet you're still doing it, aren't you? Так вот, сейчас мы заберем все его бабки. И на этом мы с вами сегодня закончим. Okay, Kareem, I made the collection at the ferry station, and I'm pretty sure I'm going to hell. Join the club. Now, come back and claim your prize. Good job today. Окей, я добегу до него, заберу свою награду. Хотя, чё, очко навыков уже получено. Давайте на этом закончим, реально. Все. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Если так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, пишите, что думаете, нравится, не нравится. Будьте счастливы. Да, блять.